В Казахстане приток прямых инвестиций в обрабатывающую промышленность вырос в два раза. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев. При этом вложения в горнодобывающий сектор снизились на 40%, торговлю на 38% и геологоразведку на 30%. Глава ведомства отметил, что в стране принимается ряд мер по улучшению инвестклимата, в том числе проведена работа с ОСР. Организация определила 12 рекомендаций для снижения барьеров. Сейчас принят ряд поправок в законодательство. В частности, пересмотрены правила привлечения иностранной рабочей силы, максимально упрощена разрешительная система, а также сокращено участие государства в экономике. Однако, по словам Исекешева, существует ряд объективных трудностей в работе с иностранными инвесторами. Это низкий уровень и низкое качество проектов, предлагаемых казахстанской стороной. В рамках инвестиционных форумов Казахстан посетило свыше 500 компаний. То есть инвесторы имеют большой интерес к Казахстану. Они отмечают, что это может быть действительно ворота на рынки соседних стран. Есть очень хорошая политическая, экономическая стабильность. И они приезжают с большим интересом. Однако очень мало они отмечают конкретных предложений со стороны бизнеса регионов. Мало инвестиционных предложений фактически со всех сторон, и как национальных, так и частных компаний.